Ну что, дорогие зрители, возвращаемся к вам прямиком с пылу жару с первой карты Инферно, а теперь будет Демираж, и как я уже успел очень глупо пошутить Мираж с английского, это СНГ, получается, что Немига будут пытать счастье на пике соперника. С вами попрыг студия Рухаб, Герман Грушкин, Ришард на связи, это Ого Каунтер Пит Кап, шестая, хотя сказать неделя, у нас шестой сезон, друзья, и все те же птички на экранах. Герман. Да, поехали. Здесь уже выход на базу от команды Немига. Очень круто отсмочили они просвет. Я имею в виду джангл. Отдымили коннектор и поставили бомбу. Ретейк 5 на 5. Не самое частое явление, но посмотрим тем временем, как Скейт попытается это дело все развернуть в свою пользу. Два игрока в джангле, один сэндвич. Бокс должен перестреливать. Да, перестреливает Рейнвейкера. Размен, правда, быстренький, от Оксиджена имеется. Ну и тут очень боится залетать под Jewel Spell, он неправильно делал, он уже дефьюз бомба идет. Не идет. Очков накрыли. Кстати, если бы не граната, возможно, успел бы раздефьюзить. Да, похоже на то. Там дефу забыли. Что? Окей, 1-0, Немига. Да, что, может, от форса отлетаем тогда, нет? Или наоборот, делаем счет там 3-0. Если, конечно, команда Скейт этот форс не возьмет. Но посмотрим. Команда Немига в атаке, я думаю, наберет свои там необходимые 7 раундов. Примерно, может быть и больше, кстати. Я думаю, никто против особо не будет. Ну и здесь от Спеллана смог ему сразу же в окно кладут, поэтому здесь сразу же выключают скаут команды Скейт игроки Немига. Коннектор в упоре играет дупликейт плюс Оксиджен. И первый минус уже есть, и второй незамедлительно залетает там ДС Форестер. Боже ты мой, вот это развал кабинета. Вот так вот играется антифорс раунд. Ну и в итоге последний спелл он со своим скаутом. Да, быть может, один какой-то фраг халявный залетит, но, думаю, на боли команда Немига не даст разгуляться последнему игроку команды Скейт. И выйдут на 2-0, а там уже и на 3-0 ввиду экономики слабой команды Скейт. И начало прям хорошее на карте Демираж. Да. Нечего добавить. Но по остальному, конечно, там также опять же с джанглом и потерям последнего игрока защиты, скиды, ну вот пока не очень радостный для них старт во многом. За последние 3 месяца 50% винрейта 20 карт команды Скейт по Миражу, 40% винрейта 15 карт команды Немига, соответственно 54 кт это болгары, 55 кт это значит белорусы плюс эстонец, правильно же, эстонец? Джо. Да. Про Джо? С РФ. Дальше. Так, ну что же, первый минус есть от дупликейта по Боксевичу, но там выхна уже имеется. Да, там очень биты, конечно, Форестер. МДС тоже получил неприятный урон, и тут бедного Спеллана просто со всех позиций выгнали. МДС нашел минус по дупликейту. Да, заберут здесь, конечно же, Оксиджен. Пытался в блайндовом эффекте найти здесь фраг, но понятное дело, что не получится. И не получилось. Спеллан последний. И гранатка Форестера его настигает. 3-0. Бомба не успеет поставить команда Немига, но так или иначе у них и так все хорошо. Денег более чем предостаточно, ну а команда Скейт выходит на первую закупку для себя. И сразу же это АУК, это АВП и это 4, точнее 3 М-ки. Слушай, ну у наших партнеров GGBet есть свои мысли на этот счет. 1.26 на команду Скейт, 3.62 на Немигу, мне кажется, это опять на БЛ3. Коэффициента GGBet. Но выглядит, опять же, многообещающе. Учитывая, что скиды на самом деле, я бы не сказал, что прям супер жесткие, да, и такие же шансы есть у Немиги. И даже, наверное, вот конкретно в подобном составе у Немиги больше шансов именно на Мираже. Мое личное мнение, конечно, но GGBet на это дело свой взгляд. Так, ладно. Бокс пока же закрывает Оксиджен, выход под баз Б. Правда, вот контакт на Денис слово не выигрывает бокс, но ничего страшного, 4-4 бомба установлена. И попадание также по товарищу Форстеру. Ретейк тяжелый предстоит команде. Ух ты. Там попадают по Денислову, 1 хп у него остается. Ретейк 4 в 3 большинство. Ох ты, отлетает Спеллан. 7-10 отлетает Форестер. Также минус и погибает Джу. Шикарное выбивание от команды Скейт. Ну, опять же, да, справедливости ради стоит отметить, если бы у Спидака был бы не скаут, а был бы АВП, то погибал бы Денислов там вообще без вопросов, и этот раунд мог бы повернуться иначе. Но денег сейчас много, сейчас и АВП появится, там 9 тысяч, 8, 8, 5, 8, боже мой, денег реально очень много у команды Немига. Тяжеловато, Скейт придется как-то вот эти все деньги выбивать.
на своего оппонента. Это нужно брать 2 в ряд, но там уже и будет, сколько получается, 2400 на лустрик. Точнее, бонус, луз-бонус у команды Немига. То есть каждый раз какие-то там денежки будут, там, с помощью фрагов и так далее. Если, опять же, учитывать, что они будут проигрывать раунды. Но я думаю, у Немиги абсолютно другие планы. Опа! И фулл-блайнде умирает под коном. Неприятный момент снова происходит для защиты. А там еще и Сандра МДС выходит под лавочку. И может здесь также натворить его. Ох, как авик улетел. Вот это физика в Counter-Strike дожили. Тут на самом деле спаун был близок к тому, чтобы своего оппонента и в дымы забрать. Флешечка под кон. Рейнвейкер минус по МДС. Как подать флешку, кстати? А там база Б. Ох ты, Оксиджен. Какая неприятная позиция для Джо. Ох ты, подарил бы Оксиджен. Сейчас это минус для Джо. Если бы Джо чуть был более расторопней, потому что он пока подпрыгнул на эту машину. Обычно про игроки довольно быстро на такие моменты реагируют и сразу же ставят голову. А тут Сашка подам. Позиционка дупликейт на самом деле довольно спорная. Ну, вот вопрос, будет ли выходить саппартов товарищ вовремя и чекать вообще это направление, да? То есть яма, скорее всего, им просто не до этого. А вот саппартов... Хотя... Ну, саппартов авик идет, его задача смотреть стейрс, его задача смотреть джангл. Яма тоже не смотрит, вот в этом и проблема. Ну все, есть информация по яме, есть информация по коврам, флешка под дупликейта, но теперь две позиции будет контролить команда Скейт 100%. Смачок еще и под ковры. Да. Оставили, по сути, в соло бокса. На вот эти 20 секунд, пока Молик... Ой, пока Смог, точнее, находится на апартах. Ну, посмотрим. Под дупликейта выходит бокс. Префайром, понимая, что оттуда игрок защиты не уходил. А почему Рейнбейкер? Ага. Просто если бы сейчас погибал бы дупликейт, это мог бы быть раунд для команды Скейт. В то время как игрок защиты был в андерпассе, это Рейнвейкер. Он шел с надеждой на то, что кто-то из команды Мига уходил бы на позицию базы Б. Да. Ну да. 3-2. 3-2, но деньги по-прежнему есть у команды Мига. Так, ну пора что-то пересмотреть свои атаки, потому что стартового раунда забрали, сейчас вот 2 подряд отдают, экономически защита, конечно, проседает с периодичностью, но рано или поздно деньги появятся, если так и проигрывать и проигрывать. Что вообще Немига сейчас хочет исполнить? Там 2 в мид, по-моему, управляется, да, один контент, 2 платки, ямы, своеобразный рандус не удался для спидака, и вот... ХП проседает, и при этом еще и МДС Денис прощал изначально, но в конце концов сделал минус еще и поспел. Ну вот по урону здесь хорошо не мига отработали. Так, ну что же, 2 в 4. Спеллан отметился одним минусом, но дальше, увы, и ах. Рейнвейкер последний. Я думаю, ему здесь, конечно же, не светит ничего хорошего. Хотя бы засейвить, то было бы уже неплохой наградой для него. А так команда Немига поставит бомбу, плюс денежки, плюс раунд. Все хорошо. 4-2 это прям солидное начало, я бы сказал. Тем более, что это пик команды Скейт. И болгары пока что смотрятся не очень сильно за защиту. Рейнвейкер погибает. Хорошая работа, Немига. Ну, закуп в любом случае защиты будет, так как денег достаточно. Да, понятное дело, что кто-то останется без девайса, но из одного стопать защиту сейчас... Было бы немножечко неприятно. Хотя, может быть, сыграет эко до 2000 и закупится в следующем. Такое тоже может быть. А у нас третья карта, если что, верпасик, да? Угу. Ну, не хотелось бы, наверное, скидам выходить на оверпас, учитывая... Лишние тенденции. С другой стороны, вот, ну, Немига это тоже далеко. Не последняя команда на оверпассе. Лады. Два вика за КТ, Оксиджен без армора. Также Денисл с армором первого уровня. И АВП, соответственно, в окошечке. Пытаться поймать на миду баксы, но пока все тщетно. Под базы Б также. Оксиджен рискует быть убитым. А, довольно позиция была, он идет пушить мидл, да, у него есть подмога в зиге, но эта подмога в зиге сейчас ушла. Да, и тут Денислав может реально погибнуть, хотя бокс должен сейчас... Опа! Здорово!
И там еще спидак минус под дупликейт находит. База вообще сейчас, по сути, бесхозна. Да, и там уже погибает спелл. Все, 2 в 5. Нужно сейвить АВП и кольт. Команда скейт постепенно-постепенно теряет нить игры. Немига забирает 5-й раунд, а там слабая экономика, можно так-то уже и на 6-й практически рассчитывать коллективу из Беларуси. Тут еще и девайс, скорее всего, не дадут засейвить. Бокс. Идет под ладдер, и здесь Рейнвейкер его ждал. Ждал, конечно. Ну, с другой стороны, просел до лоу-хитов. И хаешку на голову, бам. Правда, мимо не пробил. Оксиджен тоже заспотали. Большая вероятность того, что потеряют оба девайса, на самом деле. Еще и бомба до сих пор не установлена. А Хантер уже в лице Форстера отправился на кровавую месть. Вообще, да ладно, он с АВП попал через текстуру и отнял что-то в районе 4 там хп. Это жестко, это жестко. Ну и в итоге спидак ставит точку в этом раунде. 5-2 денег нет у команды Скейт, это выход на 6-2 от команды Немига. О-о-о! О-о-о! Неужто третья карта назревает? Ну, понятное дело, что рано еще об этом говорить, конечно же. Но пока Немига оставляет о себе очень впечатление. Так скажем, большое, хорошее впечатление. Ну, это Мираж. Мог подумать. НГ карта. Ну, да, наверное, по большей части. Пистолет экономический под аплантом. Стак А. Иногда работает, иногда нет. На самом деле, грустно смотреть за стаками, когда особенно командиры хотя бы расходятся, да, там по плантам. А тут вот прям прямая атака будет и... Смотри, как справиться с этим Немигом. Форестер. В апартах бог щелкает Оксиджена за... По обменам, конечно, Денисло и Рейнвейкер вышли в плюс-минус хорошие фраги, но дальше падает. Денисло остается, Рейнвейкер 4 хп. Одна пуля, и ты труп. Ну, еще успел третьего подхватить. В конце концов, шестерочка. Из 8 раундов у Немиги. Красота. И теперь очередная закупка для болгар. И если они эту попытку упустят, то прям, слушай, там уже и до взятой первой половины команде Немига-то останется всего один раунд. А я говорил о том, что неплохо было бы, если бы Немига забрала там свои условные 7 раундов. Да, я, конечно, сделал оговорку на всякий случай, что могло, может быть, и больше. Потому что подозревал, что может быть такая ситуация. Но, мягко говоря, в это я не особо верил. Но пока Денислав находит первый минус. Дальше с АВП спидак. Под собой тушат молотов. Боится, что его могут зааркадить. Рейнвейкер откидывает туда гранатку. Ну, 7 хп всего лишь. Снимает спидаку. Джоу с позиции андерпас. А тут спеллан. Спеллан идет его выжимать. Спеллан, спеллан, спеллан. Есть пробитие. Там еще и Джоу на андере должен погибать. Так оно и есть. Ну, спеллан плюс денег. Себе заработал, конечно, очень много. МДС накидывает, даже забирает бомбу, тут все вроде как окей, и вот Форестер с МДСом, что придумают? Как вообще хотят играть? И ситуация 2 в 5, и действовать по одному довольно опасно, но они сплетуются, и куда бы ни выходили, везде будет соперников больше, конечно. Странно, что размен от спелла не последовало сразу, кто боится чего-то. Посмотри, они реально разыгрывают 2 в 5 настолько медленно. Ну, это дело такое. Еще один этот Форестер. Переигрывает, да, спеллан, и это уже 2 в 3 ситуации из 2 в 5. Плохой момент в том, что скейды теряют девайсы в такой простой ситуации. Для экономика, себя, казалось да. бы. И на плантуру, ну, счетом никого нет. Денислав там контролит с КТ. Рейнвейкер все это дело прекрасно слышит. МДС идет в джа... Ай-яй-яй, какой же не тайминговый молот. МДС достал, падает бомб. 10 секунд, это раунд для команды Скейт. 9 секунд, тут банально времени не хватит Форестеру. Ну, почему? Фраги выбивает? Видишь? Ну, еще и девайсик. Типа да, но здесь просто засейвить уже АВП нужно. Там денег-то у команды Немига хватает, но все равно АВП лишним не бывает. Так что здесь он еще и молотов сейвил, армор, две флешки, все так, что хорошо сделал Форестер. И, кстати, он сейчас на первом месте. 10-4. Напомню, что Форестер играет роль стендина прямо сейчас в этом матче. Хорошо, удобная карта для него. Реализует себя, почему бы и нет. Тут опять же вот больше вопрос, а где же те самые скиды, да, которые выбирали эту карту?
постоянно какие-то вот тайминги и ошибки, потому что теряют экономику на ровном месте, чего так это делать явно не стоит. Плюс сейчас ЗВП отыгрывает именно спеллон, что тоже немножко заставляет задуматься. Да и сетап обороны, то есть соло опорника, и вот как раз таки уже падает шортавик. Ванвей в окошке делает вместо спидаку, но опять же, вот, только в случае, если дубликет здесь живет долго и весело, защита получит преимущество. У Денислава такая еще позиционка здесь неприятная. То есть он пикает под флешку, и было понимание, что в коннекторе был как минимум один игрок, а здесь подсадка в окно, и товарищ МДС может реально этот раунд разрулить для своей команды. Но его контроль, по-моему, игрок скичена. Да, это Oxygen, забирает еще девайс, Денисов минус по Джуо. И неприятный момент в том, что деньги-то заканчиваются у команды. Денег у двух игроков еще на бай есть, а вот у других двух денег ну, вообще нет. Поэтому здесь нужно что-то придумывать. 6-4. 6-4, и два раунда подряд берет Скейт в защите, и тем самым немного увеличив себе экономику на последующий раунд. 4000, 5100, 2800, 2300. И команда Немига принимает решение играть форс в такой ситуации. Это будет два девайса или нет? Ага, это герой бай. Герой бай. Только из-за того, что экономика и скидов тоже шапка весьма. Как бы любой раунд на вес золота может выйти. Но у троих все равно сохраняются некоторые финансы. Возможно, до конца договориться и не удалось. МДС с бригадой. Ой, какая противная хаешка в коне. О, бокс уже 12 хп, 43 МДС. Посадочка в окно. На быстром тайминге. Это, кстати, может быть неожиданно для команды Скейт. А вот этот смог может на самом деле тоже спалить отчасти проход в окно. Видит. Угу. Не мига. Да, погибает еще Форестер. Ты, по сути, вся заготовка на раунд пошла коту под хвост. Что делает дальше Немига? Спидак в коннекторе выжидает какой-то ошибки. Ой, какой молотов. Но он не разгорается под спидака. Там же еще и бокс. Бокс погибает, и спидак последний тоже префайром спеллен его закрывает. Спеллен минус 3. По минусу дали Oxygen Duplicate. Это 5-6. Напоминает Inferno. Угу. Ну, чтобы вы понимали, Инферно, первая половина закончилась 9-6, потом выиграли пистолетку, скиды, и в итоге все закончилось счетом 16-11. Вроде как. Мираж может, в принципе, пойти по тому же сценарию, если честно, где-то. Но это, опять же, при условии того, что скиды сейчас будут забирать все раунды, все оставшиеся раунды, конечно. Снова битва за коннектор, спеллон. Но мне кажется, он проиграл. Да. Такие пиксели бокс не прощает. Но с другой стороны, 4 в 3. Вот непонятно еще, конечно, как с мидом будет обстоять дело. Еще и молик в кон. Есть минус от Денислава. А, так он в андере все перебыл. Лол, а как он там оказался? Минус от спидака есть по Денислову в ответ. Ну, когда атака остается в преимуществе, вероятно, такой раунд не отпускает. Посмотрим, времени еще много, а вот этот момент уже, конечно, несколько предостерегает команду Скейт о том, что уже 2 в 4, как бы, ребята, надо что-то думать. Oxygen остается на базе Б, и если он за бэксайтом промутится и убьет как-то двоих, там это будет, конечно, прям победа для него. Но пока команда Немига не палится. Так, есть минус от дупликейта, есть минус от Oxygen, это уже 2 в 2. Есть минус еще один от Oxygen, и тут Джу. Что? Он 3 в ряд сделал? 2 в 4. Ну вот о чем я и говорил, что да, все-таки рановато еще списывать со счетов. То есть любую ситуацию можно разыграть, но просто 4 в 2, ну, такой Немига должна была забирать. Напоминает Ашер. В первом матче сегодня. Обидно, обидно, досадно, денег-то нет. И тут уже выход на семерку для скейдов очень вероятен. И вот теперь я могу, так знаешь, сказать, типа, блин, ну вот я говорил, что семерку должны Немига забирать. И реально, ну, тут семерка только пока вырисовывается, максимум. Ну, опять же, может быть, и не будет даже семерки в конечном итоге. Скиды могут лишь только разогреваться. А по сетапу, ну вот два вроде как в закрытую пуда, плюс контроль мида в два игрока и соло опорником бы Oxygen. Ну, вот там Рейнвейкер тем временем боксшотает с дигла. Где был вот момент саппорт в миду и все-таки... Почему Авик уснул? Понятно, еще и Джу закрывает спелл на Авик. Это эко снова, проблемы... Что же происходит?
Так, ну 3 в 3. Два девайса есть. Можно и разыграть Oxygen. На Зиге погибает. Бокс, отличный минус. И, ну, бомба, правда. Бомба-то под присмотром у дупликейта. Вот в чем самая главная проблема. Он ждет игроков с ямы, но, как мы с вами видим, с ямы вообще ровным счетом никого нет. Есть игрок на апартах, есть игрок джангл. И на джангле-то... Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, в спину должен прийти бокс. Времени хватает, а Денислав-то его со спины и ждет как раз. Была информация, что бокс проходил шорт, поэтому МДС его... МДС плюс В летит, это все дело уже дупликейт. Могло бы быть и плохо дупликейту. 30 секунд, у бокса есть кольт, есть смог, есть второй армор. Можно реально с этим поработать, но Денислав его слышит, конечно же. Найс байт. Ой, еще и в голову, да. Слушай, бокс-то может разыграть. Но нет. Патроны кончились в кольце, да, взял все-таки дигл в руки. Найстрай, не мига, Найстрай, 7-6, и два раунда до конца первой половины у нас остается. И хорошая закупка ожидает нас в этом раунде с обеих сторон. Это АВП, это 4 АК-47 в атаке, АВП, кольты и калаш также имеется у команды Скейт. Едем дальше. А тут у нас вроде как борьба за плент. Потому что всего один игрок в миде, и остальные лишь только под ямой и апартами. Уже наказали Джун на старте этого раунда. Я вот смотрю, что скиды вообще не боятся оставлять своего опорника туда. И вот именно сейчас снова подобное решение играет против них. От бокса первый минус, спидак неплохо попал. Форстер минус по спелну, и вот уже 3 в 4. Как дальше выйти из этой ситуации, команде скейт пока тяжеловато, честно говоря, представить. Отсмочили коннектор, отсмочили джангл, отсмочили КТ. Деньги есть у команды Skate. Не у всех, конечно, но с глобальной точки зрения. В следующем раунде будет нормальный закуп, ух ты. Молик залетает, но немножко не долетает до адресата. И да, это сейф от команды Skate. 7-7. Немига на последнем раунде также будет играть с топовыми девайсами. Все-таки вот свое они забрали, как я сколько, и говорил. Сколько можно играть в соло-опорника на... Ну это же девайсный раунд, вы это прекрасно понимаете. Я вот пытаюсь просто понять, от чего зависит, да, будет ли в соло играть команда скит или нет, куда. Пока не удается. Может быть, ты знаешь, Крум? Я не знаю. Обидно, обидно. Едем дальше. Дальше у нас, в общем-то, последний раунд первой половины. Ну, тут уже не так уж и много, да, чего зависит от этого счета. Будет, не будет, в принципе, не страшно. Ну и дубликейт вместе с ребятами. Быстро заняли шот мид. Попкон МДС просочился в окно, пытается настрелять, и при этом 2 на, даже 3 на Б, это шок, просто спита закрывает Денисло, и Oxygen может оказаться весьма неожиданно здесь, но при этом бомба в респауне, и Немиги этот раунд выглядит довольно растерянно. Они делают все, но при этом не вместе. Но при этом не делают ничего, я думал, сейчас так скажут. Ну ладно, выход снова в соло-опорника, потом дупликейт на КТ. О, вот это спалили. Спалили, спалили. И дупликейт отсюда, вероятно, не уйдет. Хотя, подожди, МДС погибает. Бокс его теперь ждет на позиции голов. И 2 в 3. Оксиджен и спел. АВП и кольт в паре. Диффуза есть и у одного, и у второго. Там же две флешки, там же смог, осколочная граната. Бомба ставится под Фнатик. И ох ты, как же Оксиджен приходит. И да, он дает фраг, но остается буквально 8 хп. Спеллана ожидает с позиции джангла. Ой-ой-ой, как же здесь Спеллан не убивает. Зато убивает Джу. Флешка через верх, чтобы можно было пикать. Да, КТ и Оксиджен здесь никуда не уйдет. Первая половина за Немигой. 8 раундов в атаке. Хороший показатель, очень даже. Ну и что будет на второй половине? Вот это уже узнаем скоро. Ну, пока, опять же, не произошло ничего страшного, и вот закидывали мы вот идею того, что комфортно, некомфортно, Немиги пока замены непонятно, потому что в какой-то момент я бы сказал, что скиды должны были выигрывать 9-6, но снова происходит какой-то троллинг, и вот сейчас я снова терзаю себя в сомнениях, что же не так, и почему у скидов постоянно всплывают какие-то вот странность в отыгрыше. Это обычно такое должно быть как раз-таки у команды замены, но
Вот если Гарри Крит на замираж, на миг ошибается как-то поменьше, если честно. Но это правда, это правда. Ну посмотрим, все-таки вторая половина будет, наверное, не наверное, а решающей. Может быть, нас здесь снова будут ждать серия овертаймов. Или же победа одной из сторон. Капитан Логика на месте. Здравствуйте, добрый вечер. Капитан Логика вышел из чата. Так, ну все, у нас начинается вторая половина, обратный отсчет пошел. Ну и Скейт переходит за сторону атаки, не мига в защиту. Интересно посмотреть, что будут думать Скейт. Хотя вряд ли думаю, что парни придумают какую-то там интересную новую стратегию. Вопрос мне даже больше интересен в том, насколько Немига подстроится под атаку команды Скейт. И смогут ли они это сделать? Защита в последнее время на Мираже тоже уже давным-давно не является прям супер какой-то лидирующей стороной. За нее можно как и набрать, там, не знаю, там условно свои 12, там 11 раундов, а потом также бодренько и слить. Так, ну от Бакса первый минус. Да, приятный стартовый фраг по вот миду. Также Денисов отлетает здесь, что-то скиды, конечно, с мидом загуляли, но при этом через яму и саппартов выпада все никак не было. Спел он таки забрал Бакса перед джанглом, падает Джу на парыче, и 3 в 5 превращается на 3 в 3. Это как-то... неправильно, что ли? Математика так не работает. Ну, мягко сказано. Диффуза есть у спидака, у него нет армора, конечно, это тоже негативный момент. Рейнвейкер в позиции коннектора, и он здесь будет ждать ассист. Окей. По Оксиджену имеется информация, Оксиджен дает минус. Рейнвейкер. Да ладно. Или его... Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Три в пять. Команда Скейт забирает. Так она еще и бомбу поставила. Это команда. Вот как? Как так получилось? Не, но без бомбы они бы за атаку не выиграли, ну согласись. Понятное дело, что там не подставлялись бы парни из команды Мига, но обидно. Очень обидно. Обиден больше тот момент, что они еще и бомбу поставили. То есть, ладно, если просто они перестреляли бы и все. А тут еще и бомба. Окей. Маг 10, МП 7, Калаш. И команда Скейт летит, летит, летит за своим 9-м раундом. Что придумает коллектив Немига? Там Адерпас под пуш, там на Зиге есть игрок. Нет, подожди. Да, на Зиге есть игрок, все правильно. Немножко что-то завтыкал. Под Б-домом был один из игроков атаки. Спелл находит МДС на Андре. Кстати, у МДС проблема со статой. 4-12. Угу. А бокс один на базе А. Ну, это да. Это да. Тут еще и с Андера выход. Ну, в принципе, сплит куда-то. Единственное, что с ямой и апартов может кого-то не хватить. Но в целом, даже вот этот смок в коннекторе кажется не таким уж и страшным. Что, будем прыгать? Али нет. Не смог. Так, ну здесь вопрос в том, да, все, бокса спалили, 30 хп у него остается, но при этом он не попал по своему оппоненту. Туда, если залетит какая-то рандомная граната, ну, тут граната не потребовалась, просто в голову сразу. Форест заходит на позицию коннектора, также погибает, плюс 600 для Спеллана. Ну и Джуо убегает. Убегает, спидак остается на КТ на машине. 9-й раунд для команды Скейт. Там плюс 1200 для Спеллана в этом раунде за счет двух фрагов с фармилки. Так, Оксиджен фраг с Калаша. Ну и, в принципе, все, пока 3 минуса. Ну вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Плюс 2 минуса для команды Немига. Неплохо. Там, правда, погибает Спеллан. Это плюс 1800 для него. А ВП, чувствую, появится очень быстро у команды Скейт. И тут Джу еще погибнет. 9-8. И следующий раунд экономический для команды Немига. Красота. Осталось лишь только нафармить еще больше валюты, и, в общем-то, у скидов все будет сладко поначалу. Но с розыгрышами надо будет ждать именно первого девайса, потому что же ниги поменяются. И будет ли им как-то бузун МДС, потому как его аркады, его постоянные действия порой не приносят ничего хорошего для команды. А тут по сетапу что-то очень шумное под Б, и Вандер одновременно стак Б, и как бы, если бы об этом скиды знали, то, наверное, уже бы спокойно чувствовали себя на миду, да только вот, пока до сих пор никто таки не спалился. Снова затишье, подожди, неужели наступят на эту ловушку? Неужели пойдут под Б?
Ну, очень многие команды славятся такими ошибками. Ну, опять же, ошибкой это не назовешь, ну, типа, не угадали, окей. Они должны же понимать, что это эко, правильно? Они против понимают, что это эко, но... Против Сарка на Б сложнее выходить, чем на... Ну, тут с шарта надо, во-первых, еще ассиста ждать. Оп, бокс, находит термин с Денислав на размене. Джу, размен, Форестер минус. И Джу здесь тоже должен погибать. Джу, да ладно, два минуса находит. И ситуация 2 в 2 становится. Он видит. А тут, слушай, а тут на самом деле СП-250 уже огромный вопрос, кто кого перестрелять. Опа! Спидак! Вау! Бриллиантли! А вот тебе и ответ на вопрос. Зачем на эко ходить под Б? Ну, типа, Джу должен был умирать, но по факту, давай, Джу должен был умирать гораздо раньше. Понятно. То есть он дал там два минуса с этой позиции. Но тут уже проблема команды Скейт, что они не дали. Если бы они убивали там его, то, соответственно, уже бы ничего бы там дальше и не светило бы команде. Немига. Так что вот такая история. 9-9. Но скиды-то не падают духом, они продолжают закупаться. А вот это уже не есть хорошо для них и для их экономики в частности, тем более, что он уже отлетает на топ-миде. Очень быстрый пуш бы базы, Форестер вместе с Джо, ну, короче говоря, забирайте. Давайте говорить о следующих раундах. Ну и в итоге форсированная закупка не удается у команды Скейт. 2 в 5, это, конечно, хорошо, но как тут выходить из этой ситуации, вообще непонятно. То есть там Рейнвейкер только идет под бэдом, ну и погибает бомб керри. 1 в 5, все. 10-й раунд для команды Немига, там и уже и 11-й за неимением денег у команды из Болгарии, так что здесь Немига перехватывает инициативу. Блин, какой же нереально важный раунд был предыдущий. Рейнвейкер находит фраг, ну опять же, не критично. Там уже бокс со спины идет. Ну и бокс банально здесь не даст никак уйти обратно игроку команды Скейт. Да, он же и ставит точку. 10-9. Там и 11-й вроде как не за горами. И опять же, какие-то вот пуши, да, с постановкой бомбы тоже могут пролетать. И к тому же скиды, в общем-то, подобное решение и практикуют периодически. Но Немига сейчас явно не нацелена ошибаться. Так, уж очень тяжело дается. В принципе, это встреча. Ну, возможно, вторую карту заберут, а там уже на третий все и решим. МДС, по всей видимости, даст поставить бомбу. Хотя не бомба-то на Б идет. Вот это поворот. Я бы никогда не подумал, что вот в таких ситуациях как бы база будет под бомбой. Ну окей, бомба стоит, защита будет в недоумении. А почему мы бомбу не слышим? А потому что потому. Спел он занимает позицию в упоре к, собственно, джанглу. И вот около окна поймает сколько фрагов. Вот у него глок. Да? Да. Затыкал. Ну слушай, они поставили бомбу, они сделали два минуса. Да, деньги не пахнут. Деньги. Ну как сказать, если их обмакнуть во что-то, они будут пахнуть. Гром, а ты часто... Например, в рассол из огурцов. А ты часто что-то макаешь, не деньги куда-то макаешь? Мне их не так много, чтобы их транжирить. Ну я вот и об этом же как бы. Но... Я же не Алексей Пчелкин. Ну, это же великий стример уже получается. Из Freak Squad, ну получается, что так. Да? Получается, что так. Ну а мы, дорогие друзья, выходим с вами вновь на полноценную оружейку между командами Скейт и Немига. 5 калашей с одной стороны, калаш 3 кольта, АВП с другой стороны, ну и Немига. Вытащит ли это все дело на третью карту? Или же команда Скейт тут поднажмет и пытается урвать все это дело со счетом 2-0? Напомним, что первую карту Скейт выиграли 16-11, это была карта Инферно, выбор команды Немига. Теперь же Немига смотрится чуть посочнее на пике оппонента. МДС, как же ты хорош. В итоге Денислав проходит под фаербокс, спидак его наказывает, на КТ не смог пройти. Ну и в итоге лишь установленная бомба. Не, ну 2 в 4 тоже в теории могут потащить команда Скейт, но мне кажется, должно произойти что-то нереальное, чтобы команда Немига этот раунд отдали. Да, так оно и происходит, Рейнвейкер последний. Ну и, собственно, все, можно петь дифирамбы команде Немигу и восхвалять их. 12-й для них.
Ну, опять же, это только лишь 12-й, да? Три раунда отрыва сейчас после постановленной бомбы и проигранного некоторого количества раундов. Четыре кряда, если что, экономика скейт все равно насыпается, и тут еще и тайм-аут залетает, так что... Чисто теоретически ситуация пока еще не слишком уходит из-под контроля. Так, ну ладно. Возможно, кстати, такая пауза с Кейдом пойдет на пользу. Немножко встрепенуться. Деньги у них есть на закуп. То есть команду Демига ожидает снова такой, знаешь, краш-тест. Краш-тест? Интересно. А где Пчелкин? В свободных плаваниях. Пчелкин стримит. Сидит, стримит. По крайней мере, только что стримил. Только что. А уже не стримит. Вот так вот. Вот так вот. Слушай, ну, по сути, МДС сделал 2 фрага. Из своих 6 сейчас, да? И снова помогает команде. Вроде как, да? Вы скажете, что с МДСом? Откуда такая отвратительная статистика? А тут бац, 2 фрага в нужном раунде. Андрюх, я скажу тебе так. Так, так. Силен не тот, кто бьет, так. А тот, кто умеет держать удар. Ауф. Ауф. Вот так вот. Ну, пока что не мига бьет команду Скейт. Но эти парни держат удар. Вопрос в том, ответит ли, нанесут ли ответный удар команды из Болгарии. На своем пике пока что-то у парней, ну, тяжеловато идет. Они взяли 2 раунда первых на смене сторон. И потом что-то поплыли. 4 подряд уже отдали команде Немига. А все виной тому раунд с пистолетами от команды Немига на базе Б. О, как. Так, ну какая-то довольно длительная пауза, если честно, да, получается. Пока... Ну, коуч вылетел у команды Немига, на ней написали. А, коуч баг не хочет просто юзать, ну, да-да-да. Там, кстати, новый баг видел, да, от ломобота скинул? Да, я видел, что он написал, но я не открывал просто. Ящики не прогрузились у него. Нормально, нормально. На Мираже, кстати, тоже совпадение. Не думаю. Слушай, я вот так вот открываю сейчас Ликвипедию и вижу, что сегодня день рождения у великих. Из великих. Начнем со спавна. Да? 35 годиков. Потом Блейд. Если ты понимаешь, о ком я. Ты же понимаешь? Угу. Сегодня великий день, друзья. Уже за полночь. 11 ноября, лол. Как быстро время летит. Так, ну, что там у нас по АДРу? 106 у Бакса. И это самый большой пока что АДР на карте у команды Скейт. Самый большой АДР у товарища Рейнвейкера 86. Ну, у Форестера 90. По хедшотам, по хедшотам 76 у дупликейта, 73 у Оксиджена. И самый большой процент попадания в голову у Джуо и МДС. Ну, МДС всего 6 фрагов сделал, но так или иначе 3 из них были в голову. Вот у Джуо немножко, конечно, поинтереснее. 16 фрагов и 8 из них в голову. По флеш-ассистам 5, 15, 13, 18, 5. Так, так. Не, ну с флешками не мига работает лучше, это я так понял. Так, ну а по пингу, если брать, то на самом деле, что у команды не мига, есть те, у кого прям вообще проблем нет. Например, тот же МТС играет с 17 пингом. Ой, с 25 пингом. Самый низкий у своей команды там Джуо. 24 у Спеллана, 32. Не, ну, пинг играбель на самом деле. Все, что до 50 плюс-минус нормально. Что выше 50, это прям уже, ну, плохо. Форестер уже нигде не играет. Hard Legion произошли замены. А мы продолжаем, 22-й раунд, дорогие друзья. Это АВП 4 АК-47 для команды Скейт в раунде. Ну а у команды Немига все так же. АВП, 2 кольта и 2 клаша. Агрессия на старте раунда спидака была на коннектор. Пока никого на центре не выцелило, его плюс отсмочили. Один опорник на базе бы ярко выраженный. Это Форестер прямо сейчас. Ну и на подмоге у него играет Джо.
Хорошая граната залетает под спейл, но дупликейт теряет очень много хп, и у дупликейта в принципе десятка остается. Но спейл он находит первый минус, бокс погибает, и два опорника на базе А. Спидак. Главное здесь не потерять позицию. Вот дело такое, пока по сетапу на карте есть преимущество атаки, но хп теряется за раз очень-очень чудовищное количество. Вот тут не совсем понятно, какой вектор атаки. Да, бомба вроде как куда, но игроки Т-сайда только лишь на шифтах смещаются через телек террористов, а вот защита к подобным вещам относится пока немножечко нервотрепно. Ну, а здесь команда Skate готовит выход на базу А. В темке играет МДС, на тикете играет Спидак, и по идее, ну, одного смока хватит только для того, чтобы закрыть либо же просвет, либо же КТ, но это логично. Флешки от фонаря должны быть... Хотя как они будут фонаря, если Оксиджен играет нас с А ковров. А вот Молик под ковры. Молик под коврами, он дает информацию. Спелл, он закрывает своего оппонента. И хорош Спидак с тикета. Еще один минус дает. Это 2 в 3 меньшинство у коллектива из Болгарии. И Спелл с Денисловым будет тяжеловато. Но Денислов находит один минус. По шарту имеется информация. Здесь выходит пикать Спелл дальше. Ну и попытка установки бомбы. А здесь Форестер. Форестер выигрывает раунд для команды Немига. 13-9. Отличная работа. И снова проблемы по деньгам. По денежкам проблемы. Вот, кстати, по поводу, да, Форестера пошел, уточнил. Почему-то мне казалось, что его тоже исключили из основного состава. Нет, все еще числится в составе Hard Legion. Так что все хорошо. С одной официалки в другую прыгает сразу же. Плотный игровой день товарища. Но плотный игровой день превращается в, скорее всего, третью карту такими темпами. Потому что 13-9 счет, пока у скидов какие-то вот появляются планы, да, на покупку калаша под пистолеты с арморами. Но с каждым раундом все тяжелее и тяжелее будет брать серию и думать о том, что вот в шаге от того, чтобы... Что каждый для себя сам придумает дальше. Есть минус от бокса в опен, размен от спелном. Но Спидак продолжает делать череду фрагов. Минус от Денислава Плачу. Спидак погибает, МВС тут тоже страдает. Патроны в арке заканчиваются. Шорт приходит на помощь. Ну и Оксиджен 1 в 2. МДС был в курсе. В принципе, с одной пули он убивает МДС. А нет, с одной не убивает. 6 хп ему оставляет. Да, 14-9, Немига постепенно готовится выходить на третью карту. Напомним, что третьей картой будет оверпас в этом противостоянии. Опять же, до него еще надо дойти. Понятное дело, что два раунда всего, кажется, что тут рукой подать, но команда Skate может и включиться. Этого не хотелось болельщикам команде Немига. Но болельщики команды Skate, я думаю, сейчас во все тяжкие. Там просто топят. Давайте, пацаны, давайте камбэк. Но пока камбэка близко не видно. 5 подряд нужно только для того, чтобы догнать защиту. Очень жестко играет Немига в защите. Ну и оккупировали центр. Тут вообще отличная работа от белорусов. И, честно говоря, здесь ну, тяжеловато выглядит какой-то ретейк мида от команды Skate. Джу контролит в упоре агрессию. Дупликейт выходит и должен погибать. Так и есть. Размен будет от Денислава или нет? По идее, должен быть, да. Спиной уже убежал Джуо. Спелл он прогорел немного на андерпасе. 4 в 4. У бокса позиция в упоре на коне. По нему информации вообще никакой нет. Риски получается у нас сейчас на миду. Ну а там бы база продана. Как ты можешь такое вообще проверить? Вот как? Как это произошло? 4 игрока, реагирует немножко поздновато команда Немига на этот мув. Да, очень странно, что вообще никого не было на базе Б. Ну и смачком Форестер себе минимум. Ой, его спалили. И там с 90, по идее, игрок его должен закрывать. Рейнвейкер, спеллон, минус 90 как раз таки по мейну. НДС закрывает первого игрока, попадает по боксу Денислов, но Денислов погибает. И это 3 в 2 ретейк. Оксиджен на 90, и у него здесь, по сути, самая важная позиционка. Раз. И все, он проиграл. 2. И есть информация по боксу. Ух ты, 12 хп. 12. Да ладно, если бы бокс еще и это потащил, было бы прям вообще боль для команды Skate. Но все-таки 14-10. Деньги есть, но деньги примерно, ну, окей, на 1.5 ба еще у команды Немига. Там 8800 у Спидака, у Джуу 6600. МПХ, 3 кольта и АВП.
рабочий сезон. Важный раунд. Очень важный раунд для команды Скейт. Ну и не менее важный для команды Немига, конечно. Ну, по поводу, кстати, важности раунда для Скейтов довольно рановато, потому что все-таки подушка безопасности в 4 раунда, и защита рано или поздно наберет лострик. Экономика будет. Так что, наверное, 14-12 это снова краеугольный счет будет, но... Ну, о нем чуть попозже поговорим. Потому что может закончиться сейчас все прямо вот здесь и сейчас. В принципе. Проиграв девайс, там у Скейтов экономики вообще не будет практически. Ну, тем более теряет спаун уже. И как-то грустновато за Скейтов. Денису ты вообще без страха. Получается, что так. Выбили бомбу. Ну, опять же, нет, бомба была дропнута под телеком. Слушай, какая же отвратительная позиционка сейчас у команды Скейт. То есть вообще непонятно, что им делать. Играет под коврами у нас МДС. Ну ладно, там уже и спидак дупликейта находит. МДС минус по оксиджену. Ну и последний Денислав. Денег-то на заключительный раунд не будет у команды Скейт. То есть там вообще гроши. Ну и Дениславу что здесь делать вообще? Как, что прикажете делать, говорит товарищ Денни? Получается как слоу? Быть? Пок? Нет, почему слоу? Ну ты сказал, товарищ Денни. Предлагает слоу. Все, по нему есть информация. Его здесь просто должны закрывать вообще без шансов. Ну, пока не подставляется. Ну, там седьмой номер еще идет в подпуш. И он слышал Форест. Но все равно погибает. 5-0. Шикарная работа команды Немига. Просто браво. И один раунд их отделяет от оверпасса. Да быть оверпасса, быть. Ну, в таком противостоянии. Единственное, что... Как я уже и говорил, скидам крайне не рекомендуется доводить дело до третьей карты. Ну, вот... Похоже, что... Рекомендуется сегодня так точно. Вперед. Так, ну что, полетела команда Скейт под базу, а готовит свой выход. Давненько нас не баловали таким командным выпадом команды из Болгарии, но получится ли? МДС играет с тикета, полетели флешки, полетели смоки, ну и здесь команда Скейт понимает, что в принципе по турному счету никого нет. Опа! Здравствуйте, товарищ МДС, Скейт разменялись. Пока что 4 в 4. На КТ уже Джуо. Джуо не успевает Рейнвейкера здесь закрыть, но Молик хороший в ниндзю прилетает, и Рейнвейкер будет гореть. Рейнвейкер не сгорает. Да ладно, ну, хаешечка хотя бы долетит. Не долетает. Слушай, ну 4 в 4. Опасно. А стоит ли торопиться? И я чувствую, что если будет ситуация там 4-3-4, то можно даже уйти на сейф немедленно вполне. Ну, пока парадмин хорошо. Да, поставляется преимущество. 3 в 1. Времени в обрез, ну и все. Да, 16-10, команда Немига побеждает. На карте Демираж отдали свою карту, 16-11, выиграли пик оппонента. Молодцы, это было достойно. Ну, хорошая работа, согласись. То есть, как бы... И сразу видно, что да. Вот на контрасте вроде как не их собственный пик, но проблем с Миражом поменьше. Но об этом мы говорили, мы зачастую, что для СНГ действительно Мираж карта поприятнее будет. Ладно, друзья, напоминаю, что там у Громчика есть розыгрыш, ты в этом что-нибудь расскажи ребятам пока. Да, розыгрыш на 5 призовых мест. Итоги подведем 16 числа. За первое место будет микрофон плюс джерси Virtus.pro. Вы можете нанести на туда свой никнейм. Любой вообще на выбор. За второе место гарнитура игровая, наушники с микрофоном. Третье место мышка Logitech G102 белая. И дальше ковер Virtus.pro. За четвертый и за пятый тоже ковер, но немножко от другой фирмы. Вот, поэтому, ребята, сейчас ссылочка вам упадет. Можете участвовать. Просто нужно подписаться на две группы Фрагстор мою и поставить лайк на пост. Ну всё. И напоминаю, что мы с вами смотрим ОГО Counter Pit 6 сезона. Мы с вами папа, что Юрхак, Геном Грошки, Андрин Шарот на связи. Никуда не уходим, оставайтесь с нами и вернемся к Европа совсем скоро. Не переключайтесь.